Наташа надевает корсет, думает, он защитит ее. Какая наивность. Таз назад максимально. Хорошо. Чувствуешь ягодицы? Сильнее тянись назад, еще сильнее. Упасть ты тут никуда не упадешь. О, сейчас хорошо было. Чуть-чуть можно, но не сильно. Последний мне понравился, последний хорошо получилось. Назад прям сильно-сильно. Как ощущение? Ладно. Ощущение помпин. Что ты думаешь о начертательной геометрии? Начертательной геометрии? Я помню, она мне нравилась. Или о квантовой физике лучше, да. Это о чем-то таком... Е равно МЦ квадрат. О чем-то таком наномическом. Наномическом. Я так глобально мыслю. Интересно, получится делать подход и читать стихотворение наизусть? А еще лучше сочинять одновременно. Можно, хорошо попробовать. Только ты будешь читать, а я буду делать. Это слишком просто. Так. Повторяй. Корабли лавировали, да не вылавировали. Корабли лавировали, да не вылавировали. Вот так вот. Заценили, да? Вот так вот. Кто еще так сможет после тяжелого подхода приседаний? Представь, что ты делаешь отведение ноги назад, вот как в кроссовере. Делаешь вот это вот, оп, движение. Мысленно на этом концентрируйся. Не на том, что ты встаешь, не на том, что ты толкаешь. Ты отводишь ногу назад. Вот что ты делаешь. Ну, отвела, поднимаюсь тебя, зачем? За счет отведения ноги назад. То есть вот у тебя движение. Разгибание бедра. Это делает только ягодичные мышцы. Тут зависит все от твоей концентрации.
на что ты настроена, на чем сфокусирована. Попали, да, куда надо? Да. Вау. Отлично. Попали. Куда надо? Бутылочку маленькую минералку, типа, знаешь, если такие 17,
Соленый, да? Да. Есть панангин, кстати, сейчас. Я же стою сейчас нормально. Ну, сейчас я сегодня косюгнула, сегодня выпила сок свежего яблока. И что-то еще. Это исповедь. Исповедь. Надо тут решеточку так. Я так оп, открыл. В общем, у меня за грех уже считается, значит. Да, сестра моя. Свежевыжатый сок из сельдерея и яблока. Это уже грех. И два куска чернослива. Не куска, а два больших таких. Таких вот чернослива. И потом на сцене тоже как чернослив. Когда я была, мне тут эти мои кроссфитовские друзья говорят, у тебя лучший сезон был вот весной, когда я была такая дрищавая, такая сухомятина. А мне нравилось тоже. Ну, я просто люблю сухую, зато судьям. Сухую фигуру. Что мне там нравилось? Да, дело не в том, что судьям, в том, что тебя не знал никто. Слушай, нет. Ну, как бы, при этом ты смогла третий на Москве стать. У меня фотки вот с этого сезона, не знаю, мне больше нравится. Я более какая-то аппетитная, более какая-то... Мне на Питере нравится. По-моему, самая лучшая была форма. Цвет разный. На Питере я была абсолютно такая же, как на мост... Нет, ну, по суше, может, чем На области говно свет был. Все равно это видно было даже по лицу, что ли. Я люблю опять цвет такой какой-то был, потому что у меня даже улыбка какая-то вот, ну... Водяная. Короче, я была водяная. Начинаешь улыбаться, так, когда еще, да, когда еще это, Миша Прыгунов приезжал и снимал видео, ну так потом жопу нормально смотрелась, может, ее тоже завело. Вот бы если заливала, так, то только на жопу. На самом деле, вот по-хорошему, у меня сам Лучком была на Олимпии. Просто там тоже как свет был не очень. Вот, не знаю, все говорили, я это видела, я чувствовала себя прям офигенно. Алена выделила ну, и ноги, что прям вообще очень хорошо талия. Но, видимо, я еще подсохла как бы за это время. Я еще все держала, как будто без углёдки, правда. Я прям почувствовала, что у меня обмен веществ стал. Погоди, по-моему, ты после Кубка чемпионов ела торт. Ела, да. Без углёдка. Ела, конечно. Нет, ну там я дня три, наверное, вот фигней пострадала, а потом было еще 3 недели. Я после области... Потому что было 2 недели. Ну, короче говоря, потом 2 недели я, ну... Я понял. И то эти гни, у меня из орехов были. То есть я же все считаю. Я как бы овощи считаю. Видно. Ну, мне просто я там в Excel сделала табличку, у меня все сразу считается. Угу. Вот, и орехи там просто за счет... и творог. То есть у меня углеводы, они были все равно за счет, ну, не такой не углеводной. Просто обжирало, оно сказывается. Я после области сутки ел. Я потом за 2 недели на фарме не согнал то, что он ел. Вот, да, да. Я на Москве был жирнее, я знаю, чем я на области. Знаю. Я вот эту ошибку как бы прочувствовал. Потому что еще дело в чем, когда сливаешься, когда обезвоживание делаешь, организм в стрессовое состояние впадает. И он не может адекватно потом работать. То есть я сливался к области, хотя не так сильно, как в Москве. Я тогда, по-моему, 87 весил, то есть слил 7 килограмм где-то, вот, и, нет, даже не 87, ну, чуть больше, короче, то есть сутки пожрал, при том, что я был на гормоне роста, еще куча всего было в стеке, и
Даже Степа, когда во второй раз приезжал меня гримировать перед Москвой, говорит, у тебя первый... Я не буду тебя гримировать, вот ты жирный. Я вам сказал, у тебя первый раз жопа была полосатее, чем сейчас. Сейчас чуть-чуть пленочка, говорит, есть. Хотя я 2 недели жестко держал диету и кардио делал по 1.5 часа в день. Там вообще хреначил какой-то. Вот. Может быть, знаешь, даже в чем фишка, может быть, даже если ты не весь день обтирался, все равно организм-то умная штука. Может быть, он просто вот начал, знаешь, всю даже воду, вот, которую ты пьешь, начал все вот это прилеплять. Организм думает, что он умирает, когда такая хрень происходит. Конечно, может быть, он и умирал. Ну, фактически, да. И он, соответственно, пытается сделать все, чтобы выжить. Знаешь, организм может настолько подумать, что он умирает, что взять и умереть. Ненароком так, знаешь? А ты как бы без организма жить не сможешь. Ментально просто. Существует пространство. Пам-пам-пам. Мы закончили, что ли? Нет, пошли. Мы не закончили. Что ты меня? А ты что говорила? А я не знаю, ты что ты говоришь. Паша, говоришь ты. Заговорили. Ой, я в эти БЦА подмешал метан, теперь ты химик. У тебя уже начала расти борода. Чувствуешь? Нет, еще пока что. Так, секундомер. Так, а что делать? Секундомер. 45 секунд работы, 45 отдых. Медленно разводить в усеченной амплитуде. Прямо, значит? Да, поехали.
Да, медленно. Думаю, хватит. Тут дело не медленно, не быстро, это больше. Дело во время загрузки. Чуть-чуть больше антагонизма. Все высоти, и все шире идет. Насколько можешь. До пальца. Ага. Сядь, держи. Чего? Ты смотри. Сядь, и давай, можешь. Так, на пусть по-другому ложится. И все. Так, и последнее, нужнее, отведение энергии с южным стат динамики. Да какой последний? Что можно? Можно много, много и долго. Мне сегодня сказали, что я садист. Может, это правда? Девки не дают. Пойду накачаться. Побухать. Зачем тебе в 10 вечера тренироваться? Ну ничего сейчас не. Давай, попробуем. Ну тоже, соответственно, ты опускаешь ровно настолько, чтобы ягодицы не расслаблялись. Так, поехали. Не давай расслабляться. Держи выше, выше. Так. Приседания раз, подъемы на платформу 2, потом подъемы тазов с сопротивлением 3, подъемы тазов с мити 4 и, по-моему, потом пошлёшь на стат динамику 5-6. 6 упражнений. 6 упражнений на самом деле можно было и быстрее сделать намного. Конечно. Но мы еще что-то там с тобой пытались сделать, но до упражнения не получилось. На него время потратили. Пытались потом сделать это видение. Я думаю, мы будем прощаться на сегодня, но мы еще встретимся. Какие впечатления, Наташа? Хорошие, приятная усталость. Такая, я чувствую, что что-то я досделала. Прокачали мы булки? Ну, я надеюсь, что да. Я говорю, завтра в конце дня свои ощущения я
опущу. Прекрасно. Ну, все, тогда до новых встреч. В следующий раз мы увидимся, я думаю, тоже на тренировке. С вами была Наталья Луговских и Павел Воронов. Пока-пока. До новых встреч.